Привет, друзья! С вами Роман, эксперт по электротранспорту, и это новый видеообзор электроскутера City Coco Harley на 2000 Вт. Никакой воды, только факты. Кстати, для тех, кто еще не подписался на канал, советую сделать это прямо сейчас. Магазин Gyroscooter Shop, который предоставляет технику для наших обзоров, постоянно проводит розыгрыши и акции среди подписчиков. Следите за новыми выпусками, и вы точно будете в курсе всех действующих акций и выгодных предложений. И вот очередной бонус. Назовите промокод «Спасибо Gyroscooter Shop» при покупке в магазине и получите скидку 1000 рублей. Итак, City Coco Harley 2000 Вт 2019 года. Поехали! Электроскутер выполнен в стиле знаменитого бренда бензиновых мотоциклов Harley Davidson. Хромированное покрытие в сочетании с литыми дисками выгодно выделяет его на фоне других электроскутеров. Дизайнеры и инженеры постарались на славу, при этом удобство эксплуатации и технические характеристики электрозверя заслуживают отдельного внимания. City Coco Harley оборудован мотор-колесом мощностью 2000 Вт. И это вполне реальная выдаваемая мощность благодаря контроллеру на те же 2000 Вт. Максимальная скорость, которую развивает электрозверь, доходит до 50 км в час при полном заряде аккумулятора, чего вполне достаточно для поездок по дорогам общего пользования. Существует расхождение скорости по GPS с бортовым компьютером от 5 до 10 км в час. Это вполне приемлемая погрешность даже для современного автопрома. Кстати, литые диски не только эстетическая красота. Данное решение сказывается и на охлаждении мотор-колеса в лучшую сторону. Заряжается электроскутер от бытовой сети на 220 вольт. Так что вам не придется искать зарядную станцию, достаточно просто иметь прямой доступ к розетке дома или в условиях гаражного хранения. Такого электрозверя можно припарковать даже в квартире, если в доме есть грузовой лифт или владелец живет на первом этаже. Габариты и собственный вес электробайка вы видите на экране. Обратите внимание на клиренс электроскутера. Он составляет 13 сантиметров. Ни много ни мало, но вполне приемлемо для пересеченной местности. Встроенный аккумулятор City Coco Harley имеет емкость на 20 ампер-часов, чего вполне хватает для поездок со средней скоростью от 25 до 35 км в час на дистанцию до 50 км. При средней нагрузке в районе 70 кг. Что касается максимальной нагрузки, данная модель выдерживает аж до 150 кг, но вполне логично, что чем больше вес райдера, тем меньшее расстояние проедет сам электробайк. Перейдем к комфорту. Электроскутер имеет подпружиненное сиденье и встроенные амортизаторы в передней вилке мотоциклетного типа. Также прекрасно сглаживает неровности на дороге и пневматика накачиваемых колес. За безопасность владельца отвечает двойная гидравлическая система тормозов на переднем и заднем колесе. Также здесь установлены датчики блокировки. Если слегка зажать любой из тормозных рычагов, отключается подача питания на мотор-колесо. City Coco Harley включается при помощи поворота ключа. Для начала поездки после включения достаточно убрать подножку и просто повернуть ручку газа, как на бензиновом мотоцикле. Вот только здесь не нужно дергать ногами для переключения передач и выжимать сцепление. Три скоростных режима переключаются с правой стороны руля одной единственной клавишей. Все просто, так что с управлением справится даже ребенок, поэтому храните ключи в недоступном для детей месте. Что ж, а теперь давайте рассмотрим возможность выезда электроскутера на дорогу общего пользования. Электробайк оборудован всеми необходимыми световыми приборами и звуковым сигналом. Мощная фара, поворотники, автоматические стоп-сигналы, боковые зеркала
и бортовой компьютер, на котором отображается скорость в текущий момент, индикация заряда батареи и общий пробег электроскутера. В качестве бонуса в верхней части деки имеется USB-разъем для подключения разного рода гаджетов или зарядки телефона. Но вот что необходимо учитывать при поездках по дорогам согласно ПДД России. Вы должны иметь при себе водительское удостоверение любой категории, кроме тракторист-машиниста. Любая категория водительского удостоверения дает вам право управления данным электроскутером, начиная с категории М, которую в России можно получить с 16 лет. Вообще любая категория, кроме тракторист-машиниста. Постановка на учет ГИБДД не нужна и в принципе невозможна из-за малой мощности электробайка до 4000 Вт. Есть права? Давай, катайся. Таблицу технических характеристик вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Вот в принципе все, дорогие друзья. Напишите в комментариях, понравился ли вам Harley City Coca 2000 Вт и что вы считаете в нем самым интересным. В дополнение могу добавить, что практически любую модель City Coca можно модернизировать на свой вкус, цвет и располагаемый бюджет. Например, установить Bluetooth-колонки и кататься под любимую мелодию. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту и Harley City Coca из магазина gyroscootershop.ru. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые акции и бонусы. Впереди еще очень много интересного.